Творческая мастерская – это коллектив ярких и активных личностей, которые сами постоянно стремятся к совершенствованию и предлагают любому желающему попробовать изучить новое мастерство. На счету инициативного коллектива – занятия по живописи и витражам. На этот раз за большим дружным столом собрались те, кому интересна такая техника создания работ, как квиллинг. Разнообразия очень много, поэтому мы, в принципе, каждый раз вносим что-то новое, что-то интересное. И любим читать отзывы о нас и просьбы, желания людей, чтобы провести. И приходят нам люди абсолютно без образования. Мы учим с нуля. Квиллинг или бумагокручение – это отличный способ сделать открытку или преобразить уже сконструированный подарок. В этот раз участники образовательной встречи делали небольшие валентинки-сувениры для близких и любимых. Что примечательно, одну из созданных работ каждый слушатель курсов передал в качестве подарка больному малышу. Занятие одинаково увлекло людей самого разного возраста. Занимательно. Вспоминаешь детство, когда в детстве занимался трудами, рисованием. Вот, вспоминаешь детство. Ну, а в детстве все очень было замечательно, поэтому вот сидишь, и тебе вот это вот все впечатление тоже очень замечательное. Мастер-класс в этот раз не просто образовательное мероприятие. Кроме небольшого подарка хендмейд, участники встречи унесли домой и хорошее настроение от того, что сделали доброе дело. Поскольку мастер-класс – услуга платная, организаторы решили в этот раз все собранные средства перечислить в благотворительный фонд «Сердце детям».